Слава роду! Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Ну что, товарищ полковник? Ну что, приходится долг исполнять, традиции соблюдать. Русь молодая, силы немеряна, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним врага, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. А что ты говоришь нам про ледоруб? Про ледоруб? Да. Нам, я вам скажу так, что вот Сталину потребовался один ледоруб, а нам одного мало будет. Каждому вот такому опа, казаку по ледорубу, каждому еще пальцем, по, вот сними каждого, пальцем, да. Каждому, ему как ледоруб, бывало. Ему. Ледоруб номер один. Да. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рождали. Их 40 000 сороков, Руси не видала таких врагов. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Ты, наверное, думаю, знаешь, директива 20-я, да, Гитлера? По-моему, 20-я. А там четко сказано, что должно произойти с Советским Союзом в случае захвата. А вот все, что сегодня произошло, все вписывается в эту директиву даже больше. Психотропные вышки стоят. Оккупационные власти все на месте. Народ безмолвствует, как в концлагере, как будто он связанный. Знаешь, судьбу решают враги наши, нашего народа. А народ-то ты где, народ-то? Уже говорить-то вот без матов-то нельзя. Как еще сказать русскому народу, вот как я, как русский, как казак, могу сказать, а как сказать-то? Вот вы говорите, революция нужна, не нужна, этот плохой. Вся система сегодня оккупационная, она вся плохая. Ее нужно полностью, чтобы полностью убрать. Даже если когда мы, Русь-матушка, свободу получит, мы ее возьмем, эту свободу. Наверное, думаю, надо вернуться к нашим истокам. Это общинный образ жизни. А мужики все брат за брата вышли за родину воевать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться. Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Культура казачества – это неотъемлемая часть вообще культуры России. Казаки всегда были впереди, в авангарде всех событий, защитниками. Родина у нас одна. Любите ее и защищайте. Вот они и вышли, ребята никудышные, хоть и неумелые, зато ребята смелые! Это что было? Здорово, братан! Здорово, братуха, здорово! Если мы сейчас, вот нас выводят на митинги, вот 26-го будет митинг, по одному поводу, по другому поводу, кто выводит? По разовым делам выходить мы не можем. Неправильно это, мы не понимаем. Главная задача сегодня – вернуться к общинному образу жизни. В каждом маленьком хуторе нужно выбрать совет. Должны быть десятники. Это вот будет как раз совет. Выбрать старшего, который будет возглавлять. И вот после этого проведем сход. Нужен сход. На сходе мы примем решение, как нам быть. Промедление подобно смерти. Так в наши хаты пришла беда, жаркая сеча была тогда. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Крещенские казачьи гуляни. Данное мероприятие посвящено развитию и пропаганде казачьего образа жизни, патриотическому воспитанию молодежи. Как дела? Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога добили и победили черную дать. 1,5 миллиарда в день уходит из страны, у нас все ушло. У нас, не говорим уже, вражеская конституция, непонятно зарегистрированные организации. Появляются новые организации. Вы знаете, что у нас есть уже американо-сибирская такая корпорация мощная, типа страны уже на Дальнем Востоке, она уже зарегистрирована, куда входит и Аляска, наша Аляска. Но правят ей не наши ребята, они тоже сидят в Министерстве обороны. Наши. А какие они наши с двумя паспортами, с гражданством? Какие они наши? Да они не наши. Если бы сегодня я разделил, вот посмотрите, чиновники, мне кажется, это те полицаи, которые обслуживали. А верхушка там где-то вот наверху, это фашистская власть. Как ты еще назовешь по-другому? По-другому не назовешь. И сегодня чем дальше, тем хуже. Вот психотропные вышки, посмотрите, кругом голову от низу, от земли оторвите, в небо посмотрите.
в небо, посмотрите, там психотропные вышки стоят. Скоро будем вякать, как бараны. Потому что они убивают нас. У нас сегодня рак развивается. И питание у нас все вредное, все вредное. Если мы сегодня не уйдем, народ, в село, если мы не поднимем село, мы не будем кушать здоровую пищу, растить здоровых детей. Мы исчезнем, нас уже нету практически. Я вижу только один выход. Потому что сегодня у нас, видите, реанимируется СССР, реанимирует, да? Реанимирует РСФСР. Ну, вроде бы неплохо, да? То есть, но кто реанимирует? Почему дают возможность сегодня говорить об этом? Потому что кому-то это надо, кто управляет этим процессом. Может быть, это и надо, но народ должен. Даже при движении по линии СССР надо, чтобы народ взял власть в свои руки. Потому что когда-то еще даже Иван Грозный, ему должен был кто? Ватикан должен был ему. Все были должны. Сталин последний раз когда? В 52-м году подписался приговор, взял все на себя. Мы никому не должны были, нам должны были. Какие-то там бешеные цифры, 140 там квадриллионов, да? А теперь мы были, теперь на нас перевели со времен, как пришел Хрущев, как пошли эти троцкисты, наследники. И до нынешнего времени к этим 140 миллиардам или квадриллионам добавили еще 180 миллиардов квадриллионов. То есть не рассчитаются никто. Нас уже не будет на свете, мы все будем должны. А нам надо обратно все это вернуть. Они нам должны эти деньги. Все, кто сейчас это сотворил, они нам должны эти деньги. И чтобы это все вернуть, я обращаюсь не к тому, не к той серой массе, которая думает, как сбежать отсюда. Я обращаюсь к тем, кто понимает, о чем я говорю. Сильным духом, славянам обращаюсь, коренным народам обращаюсь и к Кавказу обращаюсь. Мы должны сохранить, мы должны дружить. Даже у нас сегодня и немцы. От этой жизни, вот от этой такой кровяной, вот такая жизнь какая-то вся кровавая, кто ее устроил? Это на манеже одни и те же. Все называют это мировым правительством. Все называют, так сегодня всем народам надо объединиться и свернуть башку этой системе, мировой системе. Всему народу надо объединиться. Сегодня все от этого плачут. Мы не должны сегодня посылать своих воинов куда-то на войну, защищать чьи-то непонятные интересы коммерческие. Не должны. Мы должны сейчас сконцентрировать, поднять народ, собрать наши дружины, казачество, все, и начать освобождение изнутри. Страна погибает снутри. Мы просто потеряли свои традиции, обычаи наших предков. Мы просто их прервали. Нам их прервали. И нам надо их вернуть в короткое время. У нас времени максимум года полтора-два. Не больше. Не больше. Поэтому поднимайся, народ, вставай. Мы уже не раз говорили, Николай, с тобой об этом, да? Много уже рассуждали на эту тему, говорили, но люди просыпаются, начинают понимать. Но долгий процесс идет, долго. Очень плохо. Хотя сегодня уже все говорят, сколько народу погибло уже, говоря об этом. Уже люди ушли в мир иной, защищая все интересы. Тянитесь друг к другу. Сегодня идет, вот убивают нас, взрывают нас. Это работа диверсионных групп. Диверсионно-разведывательной группы. Значит, что надо делать? Возьмите уголовную статью уголовного кодекса «Необходимая оборона». Если вред причиняется тебе, ты должен вред причинить больше, чем кто-то причинил тебе. Ты что, у Стерлигова был, да? Нет, без комментариев. Нет, ты был у Стерлигова или не был? Конечно, я был. В октябре был, заезжал к Герману Львовичу. Да. Что, как у него дела? Слушал, замечательно. Все идет, бизнес идет. Хорошо, хлеба накупил у него. Вот, привез домой через неделю, съел его, жене понравилось, мне понравилось. Единственная правильная идея на землю перебираться. Христианство. А кто сейчас? Только так можно выжить, иначе никак. Ну, тем давай более пойдем, дети пойдем. Растут, ну. Да, подрастают. Тоже у Стерлигова был, да? Да. Ну и что, как он там? Старинно-русская изба. Угу. Продукты питания, там, борщ, ну вот все степенно, знаешь, по-старорусски. Нас интересовал вопрос, вот, в житие-бытие, как он видит там, ну, хотя он много об этом говорит. Ну, много интересно, общаясь с такими людьми, как ты расширяешь свой кругозор. Слава роду! Слава роду!